В 2022 году ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка получили более 5000 семей, а материнским капиталом воспользовались 125 из 203 семей. При рождении третьего и последующего ребенка новоиспеченные родители также получают ежемесячные выплаты. Оперативно проведены работы по исполнению поручений главы, благодаря которым мы достигли следующих результатов. Обеспечили полный переход к предоставлению мер социальной поддержки через автоматизированную систему управления персональными данными единой социальной регистра населения, благодаря которому повысилась эффективность и правомерность назначения выплаты мер социальной поддержки. Кроме того, в рамках госпрограммы «Старшее поколение» в селе Хайракан Улухемского района дополнительно построили два новых корпуса для постояльцев дома-интерната. 8 стационарных учреждений социального обслуживания за указанный период охвачены 1153 человек. Им предоставлено порядка 4 миллионов единиц социальных услуг. Эдуард Сандан в своем выступлении затронул много наболевших вопросов в сфере социальной политики. К примеру, за 9 месяцев в органы службы занятости населения обратились более 14 тысяч человек. Из них признаны безработными более 10 тысяч человек. Из них только 6 тысяч официально состоят на учете Центра занятости населения. Необходимо принять дополнительные меры, вносить предложение, каким образом мы можем данную ситуацию искоренить. В цели сокращения уровня бедности и повышения денежных доходов населения министерством определены приоритетные направления. Одним из главных – это повышение минимального размера оплаты труда. Алтынай Исаева, Шолпан Мангуш, Самдамир Вит, Тува-24.